Празднование Рождества продолжается. Идут святки, самые веселые дни года. В это время принято творить добро и делиться радостью с другими. Накануне поздравления принимали семьи, в которых серьезно болеют дети. Несмотря на тяжелые диагнозы, они продолжают верить не только в докторов, но и в главного зимнего волшебника. Добрая традиция – создание новогоднего настроения. Для таких деток, которые борются с недугом, это настоящая терапия. Малышка Лилия возвращается из поликлиники. После долгого лечения – заметное улучшение. Девочку встречает Дед Мороз со Снегурочкой, с подарком. Весело, весело. Встретим Новый год. Спасибо тебе большое. С Новым годом тебя, с новым счастьем. Большое счастье, когда у деток есть под Новый год сказка, когда приходит Дед Мороз со Снегурочкой, дарит подарки. Дети верят в сказку, верят в чудеса, и мы вместе с ними. И поэтому, конечно, в преддверии праздника очень радостно, и снег, и погода замечательная, и дети здоровы. Поэтому спасибо большое. Самое главное, конечно, чтобы все были здоровы. И наши дети, и наши родители, и наши близкие. И благополучия в новом году, и пусть Новый год будет лучше старого. Ну, а это уже многодетная семья Ветрич. Здесь трое детей. Младшего трехлетнего Сашу в скором времени ждут химиотерапия. Уже шестая по счету. В надежде на чудо малыш рассказывает зимнему волшебнику стихи. Сестричка поддерживает брата. Здравствуй, елка дорогая, снова ты у нас в гостях. Огоньки зазуса сколон, пушистых на ветрях. Спасибо большое, что так вот сделали такое все-таки. Вот дети ждут этот Новый год, и все, наверное, и детям приятно, потому что это вообще очень важно, я думаю, что для детей первый снег пошел прямо у нас на Новый год. Это очень хорошо, редкость у нас в Приднестровье. Конечно, хорошо делают, когда так люди, это очень хорошо. Хорошо, что у нас есть такие. Спасибо главе госадминистрации. Очень приятно, что вот так вот, что поздравили. Зимой и летом стройная. Вместе со Снегурочкой и Дедом Морозом ребята с удовольствием водят хороводы. Символом года маленьким тигренком отгадывают загадки. Готовы праздновать со мной Новый год? Да. Не слышу. Готовы? Тогда отгадайте загадку. В этот день у Деда Мороза и Снегурочки задача обойти с поздравлениями больше десятка квартир. Всем ребятам желают быстрее пойти на поправку. Молодец, аплодисменты! Дети с нетерпением ждут новогодних подарков и верят в сказку. Не все из них могут попасть на утренники и спеть «В лесу родилась елочка», поэтому рады гостям. Кроме сладостей, тракторов, кукол и мишек, они вместе с родными у Деда Мороза попросят, конечно, здоровья. Елена Росланова, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.